Ох, ребята, да. Вот это мы с вами реально из космоса прыгнули только что опять сюда на Землю. Это просто отлично. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем с вами играть в эту вот замечательную игру под названием Tasty Blue. Так, ребят, ну что ж, вчера мы с вами уже прошли практически эту игру, но я заметил тут одну прикольную штучку. У нас открылись бонус-уровни. Посмотрите, на бонус-уровнях, смотрите, мы еще можем с вами проходить здесь бонусные уровни. Давайте посмотрим, в принципе, что это такое и, естественно, с чем их нужно кушать. Ой! Мне нужно падать, да? Ого, ребята, получается мне... Я 8 метров в длину, и я лечу с неба. И это просто замечательно. Мне нужно на лету ловить этих самолетов. Самолеты, я должен вас съесть, чтобы вырасти очень большим. Так, и опять мы играем, ребята, за золотую рыбку. Это просто не может не радовать. Ох, мы даже можем немножко вверх вот так вот. Эй, я пропускаю. Дайте мне хоть как мне попадать на самолеты. Так. О, ням-ням-ням, как вкусно. О, истребители пошли, ребят. Посмотрите, пошли истребители. Откуда они берутся? Откуда? Мы падаем с огромной высоты, помогите. Вау. Вот так вот, иди сюда, дорогой. Иди сюда, и ты. А как же мне их кушать? О, вот он, вот он, вот он, вот он. Подождите меня. Подождите меня. Я съем всех здесь. Мы падаем. Ого, ребята, пассажирские самолеты пошли. Но мы их не можем кушать. Мы об них просто бьемся. Давайте как-то от них будем прятаться. Вау. Ох, ребята, да. Вот это мы с вами реально из космоса прыгнули только что опять сюда на Землю. Это просто отлично. Так, давайте косаток пока покушаем. Чтобы хоть как-то... Ой-ой-ой. Чуть опять не... Погибли, чуть не разбились об этот вот самолет. Так, давайте с вами покушаем немножко вот этих касаток, которые нам так яростно мешают здесь. Ого. Пока мы еще не выросли до такого состояния, чтобы кушать самолет. А для того, чтобы вырасти, нам надо питаться этими. Так, на дне у нас нету абсолютно ничего. Так, давайте возьмем здесь, здесь и здесь. Ну и еще здесь давайте. Подождите, пожалуйста. Вау. Так, 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 так. Ребятушки, посмотрите, какой я уже большой. А самолет я уже могу кушать. О, да! Ха-ха-ха! Да, ребятки, мы прошли первый бонус-уровень. Просто отлично. Так, ну что ж, давайте ко второму бонус-уровню перейдем. Ох! Меня съели! Как так? Ребята, посмотрите! За мной гонят... А я мины кушаю. Посмотрите, какой бонус-уровень прикольный. Что мне здесь надо делать, ребят? Мне здесь надо хавать побольше мин... И не надо, чтобы вот эти злые акулы меня съели. Они разноцветные, получается. Вон они, видите? Вон, и они пытаются меня сожрать. Если они меня увидят, они меня сразу же съедят. Надо срочно от них убегать куда-то. В разные места. Так, вот тут такие лабиринты нам сделали. Нам нужно побольше наесться, чтобы убежать от этих злых... И нехороших акул. Так. По общей сложности нам нужно их, по-моему, съесть. Потому что для того, чтобы нам вырасти, нам нужно скушать вот эти мины. И съесть этих акуляр. Которые пытаются съесть нас. Но для начала нам нужно съесть очень много мин. Наверное, все мины должны быть съедены просто. Так. Мнями. О, все, ребят, посмотрите. Иди сюда, дорогой. Ха-ха-ха, мы выросли. И теперь можем их свободно кушать. Круто.
Вот так вот, отличненько. И этот бонус уровень мы с вами с легкостью, ребятки, прошли. Так, ну что ж, поехали дальше. Так, здесь у нас опять надо... Ой-ой-ой, опять нас съели. Опять нам надо убегать от этих нехороших акул, которые хотят нас съесть. Так, давайте, пожалуй. Ой-ой-ой, чуть опять на них не нарвались. Ай-яй-яй, съели нас. Давайте еще раз. Реально очень тяжело, очень сложно стать большим, чтобы нас никто не съел. Опять попали в рот этой нехорошей акуле. Так, давайте быстренько проследаем. Ох, да что ж такое. Ладненько, ребята, давайте перейдем на следующий уровень, потому что этот более сложный. О, посмотрите, сколько подъемных ротов. Мне надо схавать. И одна, видите, один удар, и я просто умираю. Один удар с подводной лодки с большой. О, и все. Я на ракету напоролся опять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять мы врезались. Так, что дальше у нас? Так, здесь у нас креветочки, мои любимые. Идите сюда, мои дорогие. А здесь у нас креветочки побольше, которые хотят меня съесть. Это... чей-то хвост, или это кит, или что это там такое стоит, я даже, ребят, и представить себе не могу. Но это не так важно, нам нужно играть в эту игру, потому что она просто замечательная. О, я могу уже побольше всех, отлично, отлично. Ням-ням-ням-ням, это вкусно. Всех осьминогов маленьких съем. Ох, как вкусно. Просто отлично. Ням-н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 ям. О, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой-ой-ой, там большой осьминог. Вау, ребята, спасите меня от него, пожалуйста. Он меня просто сейчас раздавит. Он меня просто сейчас съест. Вот он, посмотрите, какой он. Посмотрите, какой он большой. Посмотрите, какой он нехороший. Как вкусно. Ой-ой-ой, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, извините, извините, не хотел попасть на осьминога. Я хочу его съесть. А для того, чтобы мне его съесть, мне нужно еще набраться очень много сил, наесться очень много еще креветок, вот этих осьминогов малюсеньких. И таким образом мы немножко подрастем и съедим вот этого белого нехорошего, который здесь пытается нас просто съесть. О, да, ребята, мы с вами сделали это. Отлично. Так, идем дальше. Что у нас теперь здесь? Так, здесь у нас селедочка. О, мы собираем мусор со дна. Бутылки разные такие. Ох, как вкусно. Ого, ребята, посмотрите. Мы повалили с вами. О, я могу селедочку купить. О, ням-ням-ням-ням. Селедочка вкусная очень. Чаечку. Ля-пля-пля-пля-пля. Ох, вторая, давай. Третья, пошла. Четвертая, где ты, пошла. Пятая, да, есть. Шестая, да. Седьмая, отлично, отлично. О, да, рыбак уже упал, мы его ведро сейчас съедим. Так, и мы уже, наверное, скоро, я думаю, сможем съесть самого рыбака. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, как вкусно. Ящички, идите сюда. Дайте мне с плота спрыгнуть в воду. О, в воде я себя чувствую. Ох, и людей съели. Всех поседали. Реально. Ого, посмотрите, мы на берегу. Мы такие большие. Ого, ребят, мы тупо все хаваем подряд. Тупо все вообще, что захотим. Круто, ребятки. Мы с вами сделали это и прошли этот уровень. Давайте посмотрим на следующий. Что у нас здесь? Мне теперь надо, наверное, за мной гонится вот эта касатка, которая, если меня съест, попросту я умру. Так что давайте как-нибудь потихонечку с вами начнем от этих касаток убегать. О, моржи теперь мои, идите сюда.
Все, ха-ха-ха-ха-ха. Всем. Ой, посадка большая. Еще не могу посадку скушать. О, подводные лодки, ребята. Подводные лодки я люблю. Ням-ням-ням. Всю еду я забираю у этого чувака. Но его еще я пока не могу съесть, потому что я слишком маленький. Но сейчас мы вырастем. Рыба-убийца идет на охоту. Нет, пока мы еще... Я думал, я уже ее смогу съесть. Но пока еще мы не доросли. О, да, ребята, мы с вами сделали это. Мы ее съели и таким образом прошли. Отлично, просто отлично. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был, как всегда, Юра. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и обязательно комментируйте мои видео. До встречи в следующих видео. Сегодня мы играли в тесте Blue в бонусные уровни. Пока-пока!